Вас вітає інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель». У студії Світлана Князєва. Добрий вечір. Сьогодні у Гомелі почалися мероприємства, примеркованные до Дня города. На протягу двух днів городжан і гостей чекає разностайная святочная программа. Сьогодні Гомель святкує 870-й год народження. Правда, вчені при этом обов'язково підкреслюють, розмова йде об першому згадуванні города у літописних криницах. Подчас республіканської науково-практичної конференції, яка по сутності відкрила цикл святочних мероприємств, історики відносять дату махчимих перших поселищів на гэтай території до епохи позднього палеоліту. Гэта не 25 тысяч годов тому. Увогуле подставой для святкування дня народження стала подія не вельми приємная – знищення города. Менавіта з гэтай нагоды ён упершыню узгадывается у летописи. Хоть с другого боку, гэтая асаблівасць городской истории свечить на самой справе Гомель больш старажытны. Археологические данные прямо говорят, что мы можем говорить о тысячелетней городской истории, а истоки города, то есть его прообраз, так сказать, какие-то первые такие очаги урбанизации, как говорят сейчас таким научным языком, они могут относиться к периоду где-то даже за 1500 лет. Еще одно мероприемство примерковано одразу до двух подей – Дня города и года книги. У Гомеля открылась первая электронная библиотека. Установа разместилась у будинку, якемаль 9 годов находился на консервации. Теперь тут створен полноценный информационно-электронный центр, непосредственно электронная библиотека, интернет-зала, зона релакса, где можно послушать аудиокниги, конференц-зала с мультимедийной системой. Особные элементы есть и у других установок, але все разом собрано у першиню. Хоть об аматорах традиционного читания у новой библиотеки так само не позабылися. Причем это, напевно, одинная библиотека у Гомеля, где нема книжных сховищев. Усе на полицах, бери и читай. Створить аллею закаханных першопочаткова пропоновали гомельские студенты. Улады идею подтримали, але вырашили реализовать ее у больш значных масштабах, деля чего обвесили городский конкурс, на який было подадено каля 80 проектов. С наибольш цікавых композиций и зрабили аллею закаханных. Разместились разные композиции. Есть и романтические арки с символикой сердца. Есть скамья примирения, есть дерево вечной любви. Официальное открытие Дня города отбудется сегодня у 19:30 на площади Ленина. По словам организаторов, будет вельми цікаво. У селяким ради ничего подобного в областном центре еще не было. Олег Синтеров, Сергей Колосей, телерадиокомпания «Гомель». Восьмая імпреза камерної духовної музики проходить сьогодні у Житковичах і Турові. Мероприємство організовано у рамках громадсько-культурної акції «Білорусь у моїм серці». У программе импрезы выступление заслуженного коллектива Национальный академический концертный оркестр Беларуси под керавництвом Михаила Финберга, майстер-классы, открытие мастацкой выставы, выступление лауреатов международных и республиканских музычных конкурсов. Мастацкий керавник импрезы – народный артист Беларуси Михаил Финберг. Почавший працовную деятельность у 1962 году у войсковым оркестре, зараз Михаил Яковлевич – профессор, народный артист Беларуси, организатор шматликих международных фестивалю не только у нашей краине, але и за ее межами. Оркестр Финберга уникальный по профессийным складе. У им працуют 3 доктора наук, 12 кандидатов наук, 5 доцентов, 4 профессоры, 4 народных и 12 заслуженных артистов, 37 лауреатов разных конкурсов и фестов. У весь профессионализм заслуженный коллектив показывает сегодня у Турове и Житковичах. Напередодні мы по телефоне связались с его керовником. И вот что рассказал нам Михаил Финберг об фестивале. Это фестиваль, который мы называем светницким по-белорусски или просветительским фестивалем. Понимаете, это фестиваль, где мы рассказываем историю белорусской музыки, которая сложилась в те времена, когда эти города возникли. Мы посвящаем этот фестиваль Кириллу Туровскому и музыке русского единства. И мы расскажем все то, что мы должны рассказать населению этих двух городов. Пройдет концерт, в котором примут участие множество различных коллективов, которые работают в составе заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси. Міністр праці і соціальної охови Республіки Білорусь Мар'яна Шоткіна побувала на Гомельщині з двохдзённим офіційним візитом. У його рамках пройшов виязний семінар-практикум, мета якого – обагульніть опыт регіону по удосконаленню системи соціального обслуговування насельництва.
У системі комітету по праці, зайнятості і соціальної обороні Гомельського облвиконкама функціонують 14 інтернатних установ соціального обслуговування, у яких проживає звиш 3000 чоловік, і 26 територіальних центрів соціального обслуговування насельництва. На умацування їх матеріально-технічної бази у 2012 році виділено звиш 21 мільярда білоруських рублів. Окремя матеріальної складаючої, особлива увага надається створенню інноваційних накірунків соціальної оборони. Как привлечь частный бизнес для того, чтобы оказывать услуги семьям, в которых есть дети-инвалиды, инвалиды, престарелые, которые нуждаются в уходе. Как сделать так, чтобы человек не вырывался из общества, чтобы он как можно дольше сохранял себя для общества и мог реализовать себя. У Гомельському домі-інтернаті для дітей-інвалідів і молодих інвалідів з особливостями психофізичного розвиття ведеться плённая робота над розпрацовкою нових механізмів, форм і методів для соціальної адаптації і реабілітації. Застається тільки узвісти некілька адміністративних побудов, і у хуткім часі всі гэтыя мероприємства стануть доступними не тільки для жыхароў центра. І буде это такой центр дневного пребывания родителей утром. Когда на работу привозят и ребенка, оставляют, он обучается, реабилитация. Он здесь отдыхает и там 5 или 6 вечера его забирают домой. У якості приклада сярод нових накірунків реабілітації тут вирішили поспробувати іпотерапію. Відомо, що занятки з живелами не тільки приносять радість, але й дозволяють хворим дітям відчувати себе більш комфортно у моральному і фізичному плані. Коли ми розсуждаємо взагалі, это общие категории. Когда подумаешь конкретно о конкретном человеке, и здесь, если поставить на это место себя, что хотел бы ты, на что ты рассчитываешь в жизни, как бы ты хотел реализовать себя, то, конечно, сегодня в Гомельской области предоставляются такие возможности. И я очень надеюсь, что эта работа будет продолжена. Евгения Кимцова, Игорь Марищенко, Телерадио, компания «Гомель». Зараз у Речицькім районі убрано амаль 100% зернівих і зернібабових урожаю гэтага года. Са дня на дзень у амбары трапіць апошнія зерні з палеткаў. Агульная плошча убраных сёлета тэрыторый склала больш за 26,5 тысяч гектараў. Пры сярэдній ураджайнасці 36 цэнтнераў з гектару. Найлепшыя паказчыкі ў сельгаспрадпрыемства «Холміч». За ім ідзе калгас 50 год кастрычніка. На палетках гэтай гаспадаркі ураджайнасць склала 49 цэнтнераў. Нагадаем, першымі на Гомельшчыне тут вызначыліся камбайнеры-тысячнікі. Дарэчы, зараз тут не толькі увесь ураджай сабралі, але і значна прыраслі да валавога збору. Сёлета зерня на 1700 тонн больш, чым летась. Зараз ідзе ўборка кукурузы і бульбы, але ж і па зернівым культурам работа не прыпынілася. Працуюць з позіркам на наступны год. У планах атрымаць ужо 60 цэнтнераў з гектару і, адпаведна, павялічыць валавы збор зерня. Шмат палеткаў калгаса ўжо засеяна пшаніцай, прыкладна 40% азімых. До технологии процессу подходит довольно грунтовно, навуково. Мы выполняем все технологические процессы, начиная от подготовки почвы, внесения минеральных удобрений всех видов, применения микроэлементов, высокоэффективные средства при протравливании семян, ну и естественно сеем семенами в основном элита, ну и как исключение первой репродукции. Восень – это час, когда большинство людей вертается с отпочинку до дома. Именно тогда, под уплывом уражений, отриманных за мяжой, и заявляется желание изменить нечто у своем интерьере. Да поможет у этой нелегкой справе вытворца мебли номер один у Беларуси – компания «Пинскдрэв». Наша здымочная группа наведала несколько фирменных магазинов у Гомеля и ознакомилась с ассортиментом продукции. Усе подробности у нашем наступном материале. Мебель «Пинскдрэв» – это всегда изысканный дизайн и неизменно высокое качество продукции. Убеждаешься в этом каждый раз, когда заходишь в один из фирменных магазинов. Мы решили заглянуть на Малайчука 9А, на второй этаж универсама «Старый аэродром». От ассортимента продукции просто разбегаются глаза. Мебель для гостиных и спален, кухонь и столовых, прихожих и детских комнат. Разнообразие предложенных акций также велико. В настоящее время в магазине «Мебель Пинздрев» действуют специальные цены на мебель – корпусную и мягкую. Акция 90-60-90 продлена до 1 октября. Представлен широкий ассортимент тахты, диванов, наборов мягкой мебели по цене производителя. Также действуют скидки на матрасы до 20%.
Особое внимание привлекает модульная система продажи спален. Покупатель может не только выбрать цветовую гамму набора, но и добавить или отказаться от какой-либо единицы. Всю продукцию мебель Пинздрев можно оформить в рассрочку. Рассрочка дается на 3 месяца с первоначальным взносом 30%. Рассрочка беспроцентная. Заглянув в магазин мебели Пинздрев на Кожера 1, мы познакомились с новыми моделями диванов и гарнитуров. Общий ассортимент продукции, выпускаемой компанией «Пинздрев», насчитывает порядка 1500 наименований. Понятно, что разместить такое количество мебели в пределах одного магазина практически нереально. С целью удовлетворить запросы покупателей, компания предоставляет услугу заказа мебели по каталогу. У покупателя есть возможность заказать мебель по каталогу в определенной обивке. При условиях предоплаты 50% цена фиксируется на момент заказа. Этой осенью вы можете изменить свой интерьер вместе с «Пинздрев». Широкий ассортимент мебели ждет вас в фирменных магазинах в Гомеле по адресу Малайчука 9А и Кожера 1. Самое главное, не забывайте, только мебельная компания «Пинздрев» владеет искусством создавать уют. Евгения Акимцова, Николай Кальсин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На этом наш вечерний выпуск завершенный. Приемного усім отпочинку и до встречи у эфиры.